Готовим вкусные сочные голени. Отрезаем ненужное, как показано на видео. Раскрываем наши голени вот таким способом, ножом острым. Далее складываем все в чашу. Добавляем паприку, перец черный, соевый соус. Все хорошо, тщательно перемешиваем и убираем на минут 15-20 мариноваться. Далее обжариваем на разогретой сковороде с обоих сторон до румяной корочки. Я обжарила по 2 раза, переворачивая. Готово! Всем приятного аппетита!